Айке, берекосыз чечимге. Несправедливо, Махалате получил 5 лет, а Зандаке тоже, я не вижу никакой вины за какие-то просто высказывания, это, не знаю, демонизация. У меня слов нет, если честно, я не хотела выходить, потому что если выпускать, то выпускать должны вместе, если задерживать, то должны задерживать вместе. Надо собраться с мыслями сейчас. Но потому что вышло очень надо, лучше работать снаружи, чем внутри. СИЗО это, конечно, интересное место. Но я не согласна с тем, что сказал суд. Посадили, дали 5 лет. Несправедливо. И пробация, у меня нет вины. Пробация это тоже несправедливо, не имеет смысла. Я вообще не понимаю, почему я должна подписывать что-то. Сейчас мне пытаются заставить подписать подписку о невыезде. Я сказала, я принципиально не буду подписывать. Это мой принцип. Вины не было. Зачем я должна что-то подписывать? В общем, бред какой-то, ерунда. Я... Рахмат, Айке. Чем рахмат? Игрик.